Но я хочу обратить внимание на то, что есть письмо все того же Роспотребнадзора, нами обожаемого, в котором они сами говорят следующее. Во-первых, я назову, что это письмо 22 июля 2020 года, номер, запишите себе все, 09-3-69-2020-40. В этом письме Роспотребнадзор черным по белому пишет следующее. Рекомендации Роспотребнадзора не являются нормативно-правовым актом, не содержат правовых норм и не направлены на установление, изменение или отмену прав или обязанностей граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, так как носит рекомендательный характер. Какая-либо ответственность за неисполнение рекомендаций не предусмотрена. Точка. Ребят, так чего же от вас хотят сотрудники полиции, когда пытаются винтить, тащить или пытаются КОАП применять? То есть все, что они делают, это самоуправство, превышение должностных полномочий, и исполнять вы не можете ничего из того, что пишет Роспотребнадзор, это просто рекомендации для граждан. Почитали, ознакомились, сказали, ага, хорошо, подумаю, все. Дальше. Сотрудники полиции пытаются применять статьи КОАП. КОАП применим только в том случае, если нарушены чьи-либо права. То есть, если вы совершили правонарушение, нарушили закон и чьи-то права ущемили. В данном случае невозможно определить потерпевшего. То есть ничьих прав гражданин не нарушил, когда не одел маску. И, соответственно, нет возможности применять КОАП. То есть статьи КОАПа вообще неприменимы. Кстати, судьи об этом прекрасно знают. И все эти дела, которые они там показательно заводят, эти протоколы чаще всего слетают ни с чем. Я